полное описание и точки до выхода первой и второй серии нового сериала «Картон». Первая и вторая серии сериала выйдут на ТВ3 25 ноября. В Кордонку, деревня, которая находится на границе, возвращается Саша Дымов, только что вышедший из тюрьмы. Дымов хочет найти Шиву, который засадил его, чтобы отомстить. По дороге встречает Погорелого, бывшего друга, который увел жену Саши, Юлю, во время заключения. Вернувшись в Кордонку, Дымов встречает старых знакомых и знакомится с Павлюком, участковым Кордонки, который замешан в темных делах, убийствах и тайнах. В Кордонку прибывает капитан из Озерска Евгений Тарасов. Дымова не перестают мучить флешбеки из прошлого, любовь, предательство и дружба, которые в реальности разрушились. Васин докладывает новость, что новая почтальонша Маша живет в его доме. Начинаются поиски пропавшего Толика Сорокина. Бандиты ищут его, чтобы убить. Он был свидетелем смерти его друга Артема Тарасова. Начинают подозревать Павлюка в нелогических схемах. Павлюк хочет засадить Дымова обратно в тюрьму. Местные алкаши Ильич и Лукич все время случайно вмешиваются в опасные дела Кордонки, сами того не зная. Трофимыч защищает Дымова и дает понять, что его подставили, и он сидит по своей вине. Павлюк приказывает убить Толика, он замешан в убийстве. Первая и вторая серии сериала выйдут в эфир 25 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.